Здравствуйте! Это канал Маргарита и Лука. Здесь мы читаем мои книги, обсуждаем их и учим английский язык. Готовимся к экзамену или просто для себя, для путешествий. Сегодня урок номер 3. Я буду читать текст, повторяйте со мной. I could never understand people. Я никогда не могла понять людей, who spend, которые тратят, lots of time, много времени, and money, и денег, lots of, о, горловой звук, lots of time and money on decorating their houses, много времени и денег на декорирование своих домов, на ремонт. They become slaves, они становятся рабами, of their houses, своих домов, and see nothing but their plasma TV, и ничего не видят, кроме телевизора. My dream house, дом моей мечты, my dream, обратите внимание, dream, да, а «д» «в» вместе дает ассимиляцию. Dream house would definitely, обязательно, определенно, would definitely, определенно, be on wheels, будет на колесах. Be on wheels. And have a steering wheel. And have a steering wheel. Ultimately, it would be like one of those buses. В конечном итоге, ultimately, it would be, он будет, like one of those buses, как один из тех автобусов, that bands live in, где живут bands, группы, рок-группы, например. Band, многозначное слово. Также это американизм, и оно обозначает кольцо, когда вы замужем. Band. While on the road, когда они в пути, они живут в этих автобусах. Ultimately, it would be, мой дом был бы, то есть это мечтать, сослагательное наклонение. Это желание еще не исполнилось. Like one of those buses, как один из тех автобусов. That bands live in, где рок-группы живут. While on the road. Road, дорога, не road и не road, а road. While, пока, while on the road. Находясь в пути. That way I could have, таким образом я смогу иметь, a comfortable place, комфортное место, comfortable, не comfortable, да, а comfortable. К нужно делать взрывным, comfortable, plosive sounds. Comfortable place, p, тоже взрывное, p, place, комфортное место, to sleep, где можно спать, to sleep, sleep, это долгий звук, и slip, это подскользнуться, то есть не дом, где подскользнуться, а дом, где спать, to sleep, поэтому, пожалуйста, внимательно следите за произношением, и старайтесь повторять идентично. And yet I could change, и тем не менее я мог бы изменить. I could, опять же, сослагательное наклонение. I could, мог бы. Change, одно из самых главных слов, которые нам нужны за границей. Money exchange, поменять деньги. Либо change the room, если вам номер дали нехороший, и вы хотите его поменять. Change.
My backyard. Изменить мой двор, задний двор, как они говорят. Back – это все, что связано назад. То есть спина тоже ваша, это тоже back. Если у вас заболела спина, да, и вы оказались за границей у доктора, вы можете сказать I have back pain. Backyard. Yard – это двор. Come back. Возвращайся назад, обратно. At will. Когда я пожелаю. Will – очень многозначный глагол. Это также вспомогательный глагол будущего времени. Например, I will come to you tomorrow. Я приду к тебе завтра. I will come. То есть мы берем глагол ходить, приходить, come. Добавляем к нему will. Не will, да, а will. На W нужно W. Губы складывать, как на U. Will. И L на конце. L. L. Как будто вы не выговариваете. Не выговариваете. Угу. Но также will – это, например, завещание, последняя воля, желание. Как и здесь. At will. Когда я пожелаю. And I can drive down to the corner bakery. And I can, я могу, это он уже пишет в настоящем времени, а не в сослагательном наклонении, как будто бы это все уже случилось, для яркости картины восприятия. I can drive, я могу доехать, drive down to the corner. Corner – это угол, bakery – это пекарня, я смогу сесть за руль своего дома и доехать до пекарни на углу without leaving the house, без покидания своего дома, то есть не выходя из дома. Without leaving the house. Isn't it convenient? Неужели это неудобно? Ну, как бы это такой риторический вопрос в его случае. Isn't it convenient? Рассмотрим разницу слов convenient, comfortable. Convenient можно говорить про все, что угодно. Is this time convenient for you? Это время для вас удобно? Также, как в нашем рассказе, удобно сесть в машину и доехать докуда-то самому, чем ждать автобус. И слово comfortable – это больше... не о времени, а о мебели. It is comfortable. This chair is comfortable. Этот стул очень комфортный. Так, что-то я хотела здесь еще. Да, повторим слова. Wheel – колесо, а также руль. Как здесь использовалось? Steering wheel. 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 То есть баранка, да, как руль. И wheels, колеса, это имеется в виду уже колеса, которые по дороге едут. Road. Road. Дорога. Slave. Раб. Spend. Тратить. Comfortable – удобный. Convenient – тоже удобный. Drive – drove, driven. Водить машину. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся.